Ребят, едем из города, а вот это пробка в город. Представляете? Такая огромная пробка в город. Утро 11 часов. Обычно из города пробка, тем более сегодня пятница. Сегодня все должны уезжать на дачи. Я не понимаю, почему такая пробка в 11 утра в пятницу в город, именно в город. Все решили погулять в городе после этой жары. Тут много, посмотрите, ребят, черные птички между воробьями. Нет, воробьев, кстати, тут нет. Только вот эти птички черные и коричневые. Ой, какие интересные, не знаю, кто это. Они слетелись. Стая птиц. Я так наугад говорю, грачи или кто это? Ой, скворцы, то есть грачи, скворцы, да. Какие интересные, посмотрите, ребят, вот они какие. Целая стая, такое ощущение, как будто у них здесь дом, они здесь живут. Радуга, какая красота! У нас, ребят, только что вот туча была и солнце что-то брызнуло, но дождя так и, в общем-то, и не было. Зато есть радуга, какая яркая, посмотрите, как ярко видно. Ярко, она такая огромная на самом деле. Класс! Каждому приветику из летнего Петербурга, очень красиво над домами. Да, смотри, какая радуга. Какое небо! Там красивый, да, ребят? Белый, белоснежный. Такой длинный автобус. Как-то странно даже. Посмотрите, длинный, длинный, тянется, тянется. Экскурсионный, видимо. Бесконечный. Так низко, так красиво вообще. Смотрела бы и смотрела. Прибалтики, облака шикарные. Небо голубое, облака. Такие же облака. В Латвии такие же облака. А центральная Россия уже высоко. Ой, как красиво! Как красиво! Ой, какие стада, такие аккуратненькие, прямоленькие. Прелесть! Какая прелесть! Вообще шикарно! Какой классный холодный ветер. А вот там Латвия видна. У нас наступило наше любимое лето прибалтийское. 2022. Ребята, у нас наконец-то дождь. Сегодня обещали грозу, ливни, и вот
А сколько времени? Обед где-то часа два, наверное. У нас пошел дождь, даже сильно ливень. Красота, но жарко все равно, 26 уже.